понедельник, как-то все странно. Пришлось вставать сегодня очень рано. Умылся, позавтракал, напялил футболку, собрал портфель и отправился на остановку. Обычное холодное муторное утро, по-моему, лишней была вчерашняя пудра. Автобусная тряска единственное, что бодрит. Старый корпус и в движке что-то тарахтит. Залезть в автобус с утра — это подвиг. Бабки с сумками постоянно стоят в проходе. Стоишь, жуешь жвачку, слушаешь музыку, держишься за поручень, топчешь мужику шузики. Ладно, залез в маршрутку, молодец, но твоему пути скоро придет конец. Пора выбираться из этой яйцетряски, но хер там, мешается толстый мужик с коляской. Ну а дальше все по стандартной теме. 4 пары и лекция о табачном вреде. Я соврал, такие разговоры бывают редко. Нафиг вам сигареты, идите жуйте конфеты. И снова в автобусе после последней пары. Только вместо бабок едут студенты-лошары. Все такие уставшие и убитые, спеша к тебе, чтобы их покормили родители. Пришел домой никакой, как гном. Поел и до ночи сидел за компом. А завтра все повторится по новому кругу. Кто-то зажимает реплей, убить в эту суку. Кто не был студентом, тот не поймет, насколько бесценен с утра бутерброд. Как приятно поспать в субботу и воскресенье, и как оно вставать утром в понедельник.